В этот день я проводил плановую проверку своего участка. В этом кафе особых проблем никогда не возникало. Ну, как у вас дела? Сомнительный элемент не достает? Какой он сомнительный? Он пострадавший. Пончики за счет заведения. Спасибо. Мать твою! Я что просил принести? А ты что принес? Извините, пойду разберусь. Может, вам помочь? Да нет, это наш постоянный клиент Роман Аркашин. Он вообще такой с характером, но клиент всегда прав. Я сказал, горячий чай! А это теплое пойло! Этот ваш халдей только умеет, что с бабами обниматься. Чтоб его на моем банкете не было, ясно? Михаил, ты больше не обслуживаешь Романа Ивановича. Еще он за костюм мне должен. Так что пока его не увольняйте, пусть бесплатно пашет в счет костюма. Я требую полного расследования! Успокойтесь, что у вас случилось? Что? Выйди на улицу, посмотри! За что мы только налоги платим? Набрали деревенских придурков! Гражданин, за оскорбление при исполнении... Выйди на улицу, посмотри, что у тебя под носом делается! Вот, полюбуйтесь, это моя машина. Твари малолетние. Да, неприятная вещь. Действительно измазали. Причем, похоже, недавно. Но стекла и зеркала целые. Значит, просто хулиганили. Сволочи. Проклятые малолетки. Это из соседнего подъезда. Димка Рогов и Витька Усачев. Это они. Они и точка. А вы должны, обязаны во всем разобраться. И пусть их родители мне заплатят. А почему вы думаете, что это именно они сделали? Они не раз обещались мне нагадить. И вот нагадили в прямом смысле. Видите ли, я не там паркуюсь, а я паркуюсь там, где мне удобно, ясно? Короче, вперед из песни, выполняйте свои обязанности. Полегче на поворотах, уважаемый. Напишите официальное заявление, придете к нам разбираться с ним, понятно? И, кстати, вы припарковались не там, где положено. Не пройти, не проехать. Да я на вас жалобу напишу! Я... Ну что, заявление писать будем? Будем! Вот незадача. Он все-таки написал заявление. Но зато ему пришлось заплатить штраф за неправильную стоянку. А главное, отогнать машину с места происшествия. Вы бы видели, с какой рожей он это делал. Пойду соседей я прошу. Ну, заодно и с мальчишками поговорю. Думаете, они? Ну, даже если не они... то какие-то другие борцы за справедливость. Привет. Кофе будешь? Чаю. А что такой злой-то? Да типу одному на моем участке машину испортили, колесо порезали. Он обвиняет двух подростков из соседнего дома. Требует, чтобы я их немедленно посадил. Ну что, за дело порезали? Ну да. Роман Аркашин. Знаешь такого? Аркашин? Это с 28-го дома? Знаю. Он как-то ко мне приходил, на соседей жаловался. А ты что? А я? Я посоветовал обратиться к участковому. Кстати, я его видел не далее, как сегодня утром. Я пошел в кафешку к Валере за свежими булочками. Так вот, там этот Роман по полной программе выступал. Я когда велел отправить эти документы? Вчера. Но, Роман, понимаете, вчера был выходной. Наша курьерская служба не работала. А сам ты не мог? Ну, это не входит в мои обязанности. И потом, я не мог поехать в Питер. Я все отправил сегодня рано утром. Все равно эти документы раньше вторника не понадобятся. А я велел это сделать вчера. И плевать мне на выходные. Все, уволен по статье. И еще штрафован. Неприятный мужик. Не дай бог такого начальничка. Ну да. Он совсем недавно к нам в район переехал. Офис снял недалеко от квартиры. Специализация – переводы. Нотариально заверенные переводы. А подростки-то что? А подростки уехали на экскурсию всем классом в Питер. А соседи ничего не видели, ничего не знают. Но думаю, что этот тип просто так от меня не отстанет. Это точно. Здравствуйте.
А можно кофе на вынос? Да-да, сейчас сам все сделаю. Что значит отстань? А если я от тебя беременна? Не говори глупостей. Ты мне жениться обещал. Что я тебе родителям скажу? Они свадьбу уже готовили. Идите вы обе, а! Вот как ты заговорил, подлец! Ты гад! Девушки! Козел! Я решил навестить Аркашиных. Роман проживал с несовершеннолетней сестрой, над которой оформил опеку после смерти родителей. Вы к Аркашиным? Как раз вовремя. Мы из-за них чуть не сгорели. Такое было, пожар. В смысле? Какой пожар? Обыкновенный пожар. Дыму было ужас сколько. 2 дня не могли проветрить. У Аркашиных горело? Ну, конечно, Любочка-то и подожгла квартиру. А почему вы так решили? Ну, они год назад сюда переехали, Рома и Любочка. У них родители погибли в катастрофе в самолете. Я об этом знаю. Вы давайте про пожар. Почему вы думаете, что Люба к этому причастна? Вы бы видели, как он к ней относится. Любочка умница девочка, отличница, моет, убирает, а он ее куском хлеба попрекает. А Любочка, между прочим, у него полы в офисе моет за бесплатно. Вот я думаю, что она так отомстить решила. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Люба Аркашина? Да, что-то случилось? Да, вы знаете, у вашего брата машину испортили. Да, знаю. Я утром, когда приехала от тетки, он мне это все рассказал. Проходите. Правда, брата дома нет. Скажите, Люба, у вас есть какие-то соображения, кто вашему брату мог машину попортить? Нет. Нет. Ну, какие-то неприятности в последнее время постоянно случаются. То вот с машиной, то костюм ему дорогой попортили в кафе. Нет, не знаю. А то еще пожар этот недавно у вас случился. Да, и пожар этот. А вот ваша соседка говорит, что вы сами пожар учинили. Нет, там в щитке что-то замкнуло. Я тут точно ни при чем. Пожар-то быстро потушили, но самое плохое то, что у нас техника сгорела включенная. Робкин компьютер испортился. Телевизор сгорел. Ясно. Алло, да? Откройте, вам посылка. Какая посылка? Для Романа Аркашина. Открывайте, посылочку доставим. Нет, вы видели? Они пытались меня убить. Всех, всех засужу. Всех! Ваш счет. Какой счет? Вон, с этих куриц берите. А ваш халдей мне еще за костюм должен. Валерий, вы не переживайте насчет счета и ущерба. Мы разберемся. А вы, я так понимаю... Правильно понимаете. Мы обе обманутые любовницы. Он нам лапшу на уши вешал, а мы как дуры верили. Мне Ромка прислал СМС, что ждет меня здесь 2 часа. Я и пришла. И я тоже пришла к 2 часам. Он мне тоже написал СМС. Ну, а потом вы видели. Так что, курьер сказал, что посылка анонимная? Ну, да, имя отправителя не указано. Просто привезли на эту курьерскую фирму и попросили доставить. Брат придет, откроет. А, это вы? Ну что, поймали этих козлов? Любка, тапки. Ты сегодня что-то рано. Кстати, тебе посылку прислали. О! Наверное, клиент прислал. Знак благодарности. Подождите. Да ладно, ладно. Люка, таблетки! Сейчас, сейчас! Запах какой-то появился. Лаванда. У меня аллергия. Непереносимость на этот запах. С заявлением о хулиганстве ко мне обратился местный скандалист и хам Роман Аркашин. Его машину изгадили и прокололи колеса. Мне пришлось искать хулиганов. На Аркашина, хама и сутягу тем временем обрушились неприятности, которые показались мне явно подстроенными. Значит, вы говорите, вас обеих вызвали в кафе по СМС. В одно и то же время. Выходит так. Рома и вызвал. Дура ты, нифига это не Ромка. Смысл ему в этом скандале. Нас с тобой специально столкнули, понимаешь? Как так? Но он мне прислал СМС со своего ящика. Понятно. А ну-ка дайте-ка мне свои телефоны, я посмотрю адреса.
А что за костюм у Акашины был испорчен? Это моя вина. Да не твоя вовсе, я же видела. Сам Ромка и виноват. Когда официант нес поднос с кофе, Ромка с телефоном бегал по кафе, ну и сбил его с ног. И все на костюм. Это еще Ромку надо знать, он еще и счет выставил. Я не в обиде, сам виноват. Надо было быть порасторопнее. Дело Аркашина становилось не таким уж бытовым. Я решил пообщаться с сотрудниками Аркашина. Участковый Макеев, я по поводу неприятностей, случившейся с вашим начальником. Аркашину хотелось бы побеседовать. Да беседуйте. Я уволен. И знаете, очень этому рад. Лучше нищим на паперть. И все же, как вы относились к своему начальнику? Кроме, я вам скажу, мне скрывать нечего. Мы все его ненавидим. Все. Я его ненавижу. Сестра Любаша его ненавидит. Ленка секретарь, Колька переводчик. Соседи, да он бешеный пес. Только и делает, что лает на всех и кусается. Да его вообще без намордника выпускать нельзя. Еще вопросы? Машина и посылка с лавандой. Ваших рук дело? Вы мстите Аркашину за увольнение? Не понимаю, о чем вы? А что случилось у машины? Ему прокололи колесо. А весь автомобиль измазали грязью. Мелочь, а приятно. Нет, это не я, к сожалению. Так ты считаешь, что Аркашину целенаправленно мстят? За что? За дурной характер? Ну да. Смотри. Поджог. Я созванивался с пожарным дознавателем. Он уверен, что в проводке кто-то поковырялся. Но это невозможно доказать. Две его любовницы. Я тоже уверен, что их кто-то специально столкнул. Это посылка с лавандой. Да, действовали наверняка. Знали, что у Аркашина аллергия. А, кстати, что служба доставки? Ничего. Там вообще глухо. Всю контору я у них перевернул. Никто ничего. Значит, это точно не Лев. Я его сегодня в кафе в это время видел вместе с Романом. Ну, хотя он мог попросить кого-то отнести посылку. Надо проверить соседей и близких. Ну, с соседями он вроде не общается. Хотя они тоже его не любят. Товарищ майор? Я ничего не понимаю. Это Рома. Рома со своего рабочего компьютера послал СМС своим любовницам. Он что, дурак? Стоп. Давай теперь по порядку. СМС обеим любовницам были отправлены с рабочего компьютера Ромы. Рано утром, в 7 часов. То есть выходит, что сам Рома и подстроил эту встречу в кафе. С дракой. Ну, слышал? Слышал. Его подставили, говорю же тебе. Это или сестра, она же в офисе брата полы моет, или кто-то из его сотрудников. В общем, тот, кто имел доступ к рабочему компьютеру Аркашина. И знает о нем интимные подробности, вроде того, что у него две любовницы. А, кстати, как персонал к начальнику относился? Плохо. Но они не могли повредить ему машину. Я все проверил, у них железное алиби. А Люба тоже не могла. Я ее проверил, она действительно ночевала у тети. А любовницы? Они только утром узнали о существовании друг друга. Бывают же такие люди, как Роман. Ну, всем успел нагадить. Ага. А мне теперь разгребай. Заявление-то вот оно. Да, придется тебе искать благородного мстителя, пока он еще что-нибудь не выкинул. Слушай, а давай я тебе помогу. У меня сейчас завала нет. Я тебе ребят своих помощь выделю. Спасибо. Пускай они проверят, что делал после встречи в кафе Новиков. Почему именно после? Ну, потому что Аркаша нам прибежал после того, как ему час-два назад повредили автомобиль. Ну, пока еще не высохло это. Ну, грязь не засохла. Ну, я понял. Ну, все, договорились. Алло? Люба Аркашина? Гараж вскрыли. Ждите, скоро будем. Люба Аркашина рассказала, что взломали замок. Ничего не взяли, но подкинули ароматизаторы с запахом лаванды. Роме стало плохо, и он лежит дома. Знаете что, Люба? Идите-ка вы домой. Ну и что делать прикажешь? Экспертов вызывать глупо. Ведь ничего не пропало, а наоборот появилось. Эти ароматизаторы дурацкие. Но мы их собрали по всем правилам. Теперь отнесу на экспертизу насчет отпечатков пальцев. Ну, отнеси, но я думаю, что это все бессмысленно. Роману откровенно мстят.
но так, что не подкопаешься. И даже с этим поджогом ничего не доказать. Ну ладно, ты беги к экспертам, еще успеешь. Есть. Я все же навестил Аркашина и рассказал ему, что все последние неприятности, скорее всего, спланированная месть. Кто мстит? За что? Ну, судя по всему, у вас со многими нелады в отношениях. Но этот человек имеет доступ к вашему рабочему компьютеру и знает о ваших привычках и о ваших девушках. Ой, кажется, телефон. Кто бы это мог быть? Я любого порву. Я его засужу, я его... А Светку с Викой он поссорил и меня подставил. Откуда он знает их телефоны? Не знаю, Роман, не знаю. Но СМС были отправлены от вашего имени обеим девушкам с приглашением в кафе в одно и то же время. Ну я же не идиот. Они у меня по графику, через раз. Да фиг с ними, с этими бабами. Новых найду. Это сделал один и тот же человек. Вполне возможно, что даже одна из ваших любовниц. Но зачем? Нет, они дуры. Они бы до этого не додумались. Это Лев. Хотя и баб тоже проверьте. Я обязан найти хулигана, который вам колесо проколол и измазал машину. А все остальное, знаете ли... Все остальное? На меня со всех сторон покушаются. А вы говорите все остальное. Меня хотели убить. Да я на вас напишу вашему начальству, если вы не найдете преступника. Похоже, разговора не получилось. Ладно, стойте. Светка не могла изгадить машину. Она вчера ночевала у меня. Я ее сам домой отвез. Вика тоже не могла. А она на неделю куда-то уезжала. Только сегодня днем вернулась. Хотя, проверьте на всякий случай, может, она врет. Проверим. И, кстати, лаванда – это не Викиных рук дело. У нее аллергия на этот запах, как и у меня. Утром позвонил Андрей Савельев. Угу. Лев Новиков оказался вне подозрений. Доброе утро. Привет. Во время происшествия с машиной Лев был у своего адвоката. Советовался, может ли он судиться с Аркашиным из-за увольнения. Но если Лев не причастен к порче машины, это еще не значит, что он не причастен и к остальным акциям. Смотри. Значит, машину Аркашина не мог повредить Лев, Люба и Света. У них есть алиби. Посылку не могли отправить Лев и Вика. Значит, надо проверить Любу и Свету. Так, может быть, имел место сговор? Только как они все могли сговориться? Да я тоже об этом думал. Мститель явно близкий Аркашину человек. Блин, я с этим делом точно с ума сойду. Кстати, насчет экспертизы. Как вы и предполагали, на лаванде из гаража отпечатков пальцев не обнаружено. Ладно, я пойду поговорю с соседкой Аркашиной еще раз. Вот, может, что-нибудь вспомнит. А Вика что? А ты проверь ее поездку. Ко мне обратился Роман Аркашин. Кто-то испортил его автомобиль, проколоты колеса, машина сильно испачкана. Я начал расследование, в ходе которого выяснилось, что потерпевший – скандалист, хам и сутяга. А на Аркашина продолжают сыпаться неприятности, с трудом попадающие под разряд криминала. Аркашину мстят, и мстят весьма изощренно. Соседки Аркашиных дома не было, а я случайно подслушал разговор Романа и Любы. Сразу после школы в офис. Да, Ром, я помню. Надо убраться. Да, хорошо. Алло, привет. Слушай, я сейчас в школу иду. Мы можем с тобой пересечься в парке часа в 4? Ага. Ну все, ну тогда давай, я тебя жду. Ага, давай, пока. Ой, здравствуйте, я как раз только что от вас. А я из магазина. Скажите, помните, вы что-то говорили о том, что Люба как-то причастна к пожару?
Ну да, я уверена, это она. Вы видели ее манипуляции со щитком? Нет, честно сказать, не видела. Но пожар был? Был. Ромка ей жизни не дает, не дает, я уверена. Она мстит брату. А зачем? Ну, возраст, может. Ромка к ней не по-родному относится, без любви. Вот она ему и пакостит. Может, сама не понимает, что делает. Ну ладно, допустим. Допускай, не допускай. Мы что, здесь идиоты живем? Ромке ведь не только машину попортили и пожар устроили. Говорят, его с бабами поссорили. Сарафанное радио. Ничего не радио. А вот вам я от всей души советую. Сообщите в соцорганы, как брат с Любочкой обращается. Чем дальше в лес, тем больше дров. Лес? Стойте-ка. Не лес, а роща. Соседка Романа рассказала про запах сгоревшей проводки. Обрывок какой-то, вроде счета, а на нем написано «Осенняя роща». Интересно. А куда вы этот обрывок-то дели? Так выбросила, зачем он мне нужен? Алло, Владимир Сергеевич, вы можете говорить? Я тут кое-что проанализировал. Ну и чего ты тут проанализировал? Я составил примерную схему происшествий с датой и временем. И вот что выходит. Никто из подозреваемых не смог бы в одиночку совершить всю серию акций против Аркашина. Ну-ка, ну-ка. Вики не было в городе на момент пожара у Аркашина. Она была в Гомеле у родителей. Я думаю, это реально сговор. Они действовали все вместе, иначе никак. А я вот наоборот склоняюсь к тому, что за этим всем стоит один человек. Как-то все однообразно. Без фантазий. Владимир Сергеевич, ну мы же не в романе живем, это жизнь. Ой, у меня уже встреча с любовницами. С какими любовницами? Ну, с Роминами. Я им встречу в кафе назначил, чтобы вам не мешать. Молодец. Слушай, захвати мне там заодно кофе и пирожное. Окей. А то я с утра не пообедал. Это переходит все пределы. Я разорен. Я не биржа, я участковый. Меня ограбили. Я переводил договора одной украинской фирмы по недвижимости и заверял их. А кто-то в одностороннем порядке взял и разорвал контракт от моего имени. Влез в мой компьютер и разорвал. Контракт был на год. Теперь я должен выплатить неустойку. Меня ограбили. Дверь в офис скрыта? Нет, но это факт. А почему я должен вам верить? Может, это вы сами разорвали свой контракт? Так это же я жертва, а вы обязаны во всем разобраться. Но у меня нет с вами времени валандаться, у меня еще важный банкет сегодня. Идите к себе на рабочее место, я сейчас буду. У нас сегодня банкет для Аркашина. Так что будет закрыто на спецобслуживание. Ох, что это Аркашин. А что с банкет? Иностранцы приедут. В супермаркет, который строят. Они в нашем городе посредника ищут на ведение всех дел. Вот Роман Иванович и пытается, так сказать, переплюнуть конкурентов. Спасибо. Да я его убью вообще. Да не стоит он этого. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. На что у Романа аллергия? Я не знаю. Я знаю. На рыбий корм и лаванду, как и у меня. Когда вы друг с другом познакомились? Вчера. И сначала я думала, ее убью, а потом поняла, что убить надо Рому. Вы знакомы со Львом Новиковым? Имейте в виду, он все признал. С Новиковым? А это кто? Я слышала такое имя. Он у Ромы работает, но я с ним никогда не общалась. Да. А вот он во всем признался и говорит, что действовал с вами в сговоре. В каком сговоре? С кем? Со мной? Саша пересказал мне свой разговор со Светой и Викой. Девушки либо артистично лгали, либо действительно ничего не знали. Ясно, что ничего не ясно. Ладно, я пойду. А куда вы? В офис Каркашина. У него там сейчас экономическое преступление. А кофе? Потом.
кто-то проник в ваш офис и с вашего компьютера под вашим именем расторгнул контракт? Дверь не взломана. Пароль прежний. Позвольте. Я вас предупреждал о возможности проникновения. Вы не предприняли никаких мер? Да какие меры? Ключ от офиса только у меня. Пароль знаю только я. Алло, скорая! Аллергический шок. Но жизнь его вне опасности, но в больницу он проведет пару дней. Снова лаванда? Нет, на этот раз рыбий корм. Его добавили в офисе, прямо в графин с водой. Романа явно кто-то преследует. Тут мне по поручению Андрея Васильевича звонила Аня. В общем, она пробила звонки. Наши подозреваемые, Вика, Света, Лев и Люба, вообще никак не общались, судя по отсутствию созвонов. Чего отсутствие? Ты говори по-русски. Я и говорю, наши подозреваемые вообще никак не общались. Аня пробила мобильники. Не было сговора, понимаете? Почему-то мне кажется, что они здесь ни при чем. Да я давно так думаю. Я уверен, что пакостит один человек. Владимир Сергеевич, вы не завтракали, вот я вам принес. Кофе, правда, остыл, но пирожное осталось. Спасибо, вкусно, наверное. Их фирменная. Осенняя роща называется. Осенняя роща. Валерий, я понимаю, что у вас спецобслуживание, но у меня всего лишь несколько вопросов. Скажите, пирожные «Осенняя роща» только у вас пекут? Да, это наш собственный рецепт. Больше в городе ни у кого такого нет. Позвольте мне отлучиться. А ты успеешь стол накрыть? Да. Ну, тогда свободен. Только помни, тебя Аркашин на банкете не должен видеть. Этот ваш халдей только умеет, что с бабами обниматься. И еще он за костюм мне должен. Так что пока его не увольняйте, пусть бесплатно пашет в счет костюма. Между прочим, думаю, что самого хозяина банкета на вечеринке не будет. Он в больнице. Кстати, действительно костюм Аркашина такой дорогой был? Да. Мишке не повезло. И костюм облил, и вообще Аркашин почему-то на него зуб имеет. А Рома, между нами говоря, редкая сволочь. Он и Мишку с его девушкой поссорил. Это в каком смысле? Да в самом прямом. Миша привел в кафе невесту свою. Он в тот день выходной был. Девушке он не говорил, что бегает официантом. Стал делать предложение. И тут Аркашин. Римочка, я так тебя сильно люблю. О, халдей! А чего расселся? Неси меню. Простите, я сегодня не работаю. Вы мешаете. А ты рассказал, сколько ты мне за костюм должен? И что ты вообще никто? Просто халдей с подносом. Тащи меню. Быстренько. Миша студент. Сирота. Родители его в какой-то катастрофе погибли. Сам на все зарабатывает. Но девушке, видно, врал, что все у него в шоколаде. В общем, это его невеста встала и ушла. Навсегда? Ну, похоже. Я ее во всяком случае не видел. А Миша месяц ходил как в воду опущенной. За что так Роман Мишу ненавидит? Да Рома малоприятный тип. Тут причин не нужно. Хотя, знаете, да, он только Мишку так сильно гоняет. Других официантов почти не трогает. Я попросил Андрея Савельева проверить пришедшие мне на ум соображения. А сам отправился в парк, где Люба кому-то назначила встречу. Ромка, в больницу. Послушай, я очень боюсь. Зачем ты тогда ходил со мной мыть полы в офис Ромки? Зачем ты у меня про него все узнавал? Люб, я ж тебе все рассказал. Да я помню, но Рома все равно мой брат. Ты меня использовал, да? Он первый начал. Да, но меня-то зачем так?
Зачем ты меня подставил? Да не хотел я, не хотел я, просто... Ну, ты же знаешь, что он сам первый начал, он начал меня гнобить с того момента, как только первый раз увидел. Да таких людей, он же псих, его же держать на цепи надо. Рома, к ноге! Да, я знаю! Но он никого не любит. Но я-то тут при чем? Ну зачем ты так со мной? Ну, зачем ты тогда ходил со мной в этот офис? Ты же тогда мог сделать слепок. Ты тогда у меня все про него узнал, а он теперь в больнице. Ну, молодые люди, нам надо кое-что выяснить. Она ни в чем не виновата. Это все я. И тут еще стрелочка, и вот тебе готовое генеалогическое дерево. Значит, Алексей Сазонов, отец Романа, бросил его мать, Оксану Аркашину, и ушел к некой Зине. Это мать Миши. Кстати, Роману в то время было лет 13. Да, и он не простил отцу того, что он его бросил. И родилась Люба, которую все любили. А Романа, как он считал, нет. Тем более, что все родители продолжали общаться. И даже дружили с семьями. Кстати, они погибли в одно и то же время в катастрофе. А Роман был нацелен мстить. Мстить Мише, мальчику, который отнял у него отца. Начитался ты, Романов. А я считаю просто. Рома достал парня, вот и все. Ну, кстати, Миша тоже перегнул палку. Он считает, что зло должно быть наказано. Хорошо, хоть еще за топор не взялся. Может, отделается условным сроком. Вряд ли.